2016 году поступило сообщение на оперативно-диспетчерскую службу города Донецка о попадании в результате обстрела вооруженных формирований Украины из здания железной дороги. По прибытии к месту вызова было установлено, что идет разрушение с 4 по 2 этаж включительно и возгорание полностью круга. Пожар был по повышенному номеру вызова. На данный момент была объявлена локализация, производится ликвидация пожара до полного его зачернения.